Вчера в Днепропетровске состоялась пресс-конференция по поводу качества питьевой воды в области. Начальник главного управления Госсанэпидемслужбы Днепропетровской области Андрей Кондратьев сообщил, что на Днепропетровщине вода, которая подается централизованными сетями, безопасна для жизни и здоровья людей. Качество воды подразумевает целый ряд показателей – химических и бактериологических. Средние бактериологические показатели на 1-1,5% являются нестандартными. Например, для вируса гепатит А это достаточно, чтобы создать вспышку в конкретном населенном пункте. В то же время ситуация с водой по нестандартным пробам в Днепропетровской области не хуже, чем по всей Украине. По химическим показателям вода варьируется в зависимости от населенного пункта. Это зависит от состояния сетей. Кроме того, десятки населенных пунктов работают полностью на привозной воде. Также Андрей Кондратьев отметил, что установка фильтров, очистки и доочистки воды в школьных и дошкольных заведениях – мероприятие, которое позволяет получать более качественную питьевую воду. Но есть один аспект, который постоянно нужно держать на контроле – это замена фильтрующей основы. Если своевременно не менять фильтры, система очистки становится источником размножения болезнетворных агентов. Когда фильтр перегружается, он отдает в воду дополнительные загрязнители, поэтому фильтры нужно менять своевременно. Вот такова логика пресс-конференции. Вода не опасна, но не забывайте чистить индивидуальные фильтры. А если бы она по этой логике была опасной, тогда и фильтры не спасли бы. Много наукообразных туманностей в подобных речах, которые никак не заменят таблички в гостиницах и санаториях Западной Украины. Воду с петкрану можно пити, вона чистенька.